Я тебя сильно гоняла, что ли, а, девочка моя? Маша, потом подойдешь ко мне, мне нужно с тобой поговорить. Извини, я не могу, мне нужно еще вторую ложь потребовать. Ну, ладно, потом тогда подойду. Еще этого мне не хватало. Так, надо что-то делать. Привет, Грей. Что ж, надо что-то сделать с тобой, чтобы Алина как-то переключилась на тебя и не думала о Жене. Ты слышал, это Спирит? Я же говорил, что она все-таки что-то хочет со мной сделать. Но убивать она тебя точно не будет. Ладно, сейчас пойду тебя куда-нибудь спрячу. Белль, мы сейчас пойдем с тобой на тренировку, но давай сейчас сначала к Грею сходим, потому что я очень хочу на него посмотреть. Боже, эта Алина, кроме своего Грея, ни о чем не думает. И еще мне усечку большую надела. Где Грей? Ну, его вроде не должны были ни на тренировку, ни гулять уводить. Никуда. Наверное, гулять пошел. Ну, точнее, отвели. На работе пошли на тренировку. Хорошо, молодец, Арабель. Загоняла меня. Боже мой. Маша, стой! Чего тебе надо? А ты откуда идешь? У тебя же тренировка должна была быть на легенде. Да, я решил потренироваться раньше, и уже мы тренировались с ней. Да. А ты, как я вижу, с тренировки идешь, да? Да. А ты не знаешь, где Грей? Почему его нету в дневнике? Я тоже обратила на это внимание. Его нету в дневнике, это очень странно. Надо спросить у Ольги Михайловны, вдруг его гулять отпустили или еще что-нибудь. Возможно. Ну ладно, пошли в класс. Ольга Михайловна, а почему Грей в дневнике не стоит? Если Грей в дневнике не стоит, он вообще-то должен стоять в дневнике. Сегодня он не должен идти на какую-нибудь тренировку, и гулять он тоже сегодня не должен идти. Дина, ты что ли выпустила Грея? Нет, я его не выпускала. Вы говорите, что Грей нет в дневнике. А из вас его никто не выпускал? Нет, я тоже не выпускала. Странно. Может, вы же бежал куда, а? Кристин, поехали все вместе посмотрим. А то этот проказник может любую дверь сломать. Да, хорошо, Оля, поехали, посмотрим. Давай девочек не будем с собой брать, вдвоем съездим.